Marvel представляет. Наш единственный шанс – это сделка. Знаете, что мне особенно нравится в моем герое? Он заложник невероятных обстоятельств. Уменьшается, летает на муравьях, проникает в квантовый мир. Он словно играет с огнем. Мы изначально придерживались принципа: фильм должен быть пронизан ненавязчивым юмором. Здесь много фишек, которые зрителю будут в новинку. Тут и сцены с мега-муравьем, и с мини-муравьем. Масштаб постоянно меняется, варьируется. Привет, чемпион. Как дела в школе? А взять ту же Асу. Привет. Такой, какой ее еще не видели. В ней все завораживает. То, как она двигается, как дерется, шпионит. У нее крылья? И бластеры. Жаль, в мое время не было таких технологий. Да были. Здесь сплошной экшен, и ставки так высоки. С того момента, как появляется призрак, правила игры меняются. Что так долго? Хэнк захотел обнять, пожелать удачи. Правда? Нет. И в этой игре уже нет передышек. Да, мне бы такой. Может, даже бракованный, ну или просто костюм без способностей. Нет. Человек-муравей и оса.